Ищешь лучшую рулетку CSGO? Тогда CSGO-ninja.ru точно для тебя. Ставь свое оружие и взрывай свой джекпот. CSGO-ninja.ru. Ссылка в описании. Кто? Это окончательный выбор. О, лол! Это я обратно, конечно. В смысле? Я же играл за мента. Я какая-то подушка обоссанная. Где подушка прятаться? Я камень. Я беспалевный камень. Тебе хорошо. А я не знаю, где подушкой прятаться можно. Саня, какой беспалевный камень на этой игре? Ой, на этой карте нету камней. Есть камни. Нету тут камней. Так, все, я вроде бы спрятался. Вы за кого? Кто за кого играет? Я за камень. Я играю за спектатора. Я стою настолько спалевно, что... О-о-о-о. О, у меня как раз окошко, я могу в окно смотреть, как кто бегает. Вообще круто. Квант, ты за кого? Я за подушку. А ты за кого? Ты за камушек беспалевный, который в снеге стоит, да? Так, а вы где? Я за спектатора. Пошла вон картина, тут ко мне пацаны пришла. Пошла вон отсюда. Картина пришла? Да. Да уходи отсюда, выпрыгивай в окно. Да. Санек, ты где? Тупая картина. Я камень. Меня сейчас за картины запалят. Я понял, запалят. Что ты камень, а где ты? Рядом со мной тут столько человек уже пробежало. О, я стул вижу. Вообще беспалевный такой. А у меня тут еще ботинок какой-то бегает. Они вообще офигели, не палят меня, вы понимаете? Ребята, помогите мне. Я тут так палевно стою, жесть. Но сюда никто не прибегает смотреть на меня. Я не знаю, я не особо палевно. Ко мне все спиной только подходят и все. Покойся с миром. О, кстати. Я заскисну. Давайте все зафислите. О, чувак! Я спалился! Не заходи сюда, чувак, меня здесь нету. Косорукая свинья, не заходи сюда. Нихера, они прям на улице стоят, меня видно же. Они там дикоями обложились. Ботинок, пошел вон. Вот это палево, гад. Нихера на меня налетел, чувак, убил просто. Пацаны, я выжил. Так стоял, оказывается, палево, что просто жесть. Вот сейчас просто я четко просто за это еще не все. Я эту карту вообще первый раз вижу. О, сдох, падла, понял, как квантума убивать. Ага. Подушечку бедную. Нет, я сгорю сейчас. Убегай, убегай, убегай. Вроде какой есть, хоть как. Бля, меня сожгли, суки, на костре. Надо было бегать. Не очень место. Банка! Слышишь, на Б, на Б, я экипировку купил. Слышишь, на Б, быстрее купи, бронежилет. Столбы! Вы чё попутали, мать вашу? Ни хрена, вы чё, ребята? Бля! Я троих посёк. Охереть. Лол, в курсе можно за предмет на Б покупать бронежилет. Бля, а чё так быстро начали? Охереть, я ничего не успел сделать. О, это бег. Резко как. Только что на моих глазах убили веник. Ах, вот ты где, падла! Сейчас я тебя найду, я понял, где ты. Веня, зовите Веню. А, где веник убил? А, это был дикой, мать вашу! Стоп. Это был не я. Ах ты, сука! Паскуды. Антон, подскажи, я в одном из зданий. Сгорит кто-нибудь сегодня здесь? Нет? Ну ладно. Ты мне поверил? Сука, падла, ты где? Сука, твой! Ты такой тролль просто! Ты где? Ой, вон ботинок бежит, ботинок забежал в здание. Я, знаете, убил, вы офигеете, я просто сегодня раскидываю всех. Вон, ботинок бег. Где ботинок? Ай, Антон, ты такой лол! А чё? Где ботинок? Ты меня не найдешь никак, я на улице, короче, но ты меня никак-то нет нигде. Ботинок, находящийся на улице? Вы чё тут мозги Антоши делаете? Антоша, тут ты всё потерялся весь. Где ботинок? Я сам ищу, но не ботинок. Антон! Ты такой! Какой я такой? Ты где-то там в баге каком-то. Вон бананы на этом. Обоссанные кусты, вы чё, охренели, твари? Я только что в кисли пописал, Антон. Мог бы найти. Пацаны, тут половина... туда зажигалку. А, все, бананы. Пацаны, я, короче, половину сервера уже разнес, офигеть. Где Саня, сука? Пока кто-то ищет Саню, кто-то убивает всех подряд. Так. А угадайте, кто ультимейт? Антон? Так. Ложная. И теперь готовим. А там уже полетели. Ай! Привет, Данил. Ах ты, тварь! И чё дальше? Какая нахуй... Печка! Я, блядь, здоровая печка, это куда?
Как куда, Антон? Все туда же, все туда. Чувак, ну ты же был хорошим стулом, могли бы скооперироваться. О, так. Как о, нормально. Я банка Mountain Dew. Я тоже. А это, ты где прячься? Давай скооперируемся как-нибудь. Я пошел в домик на крышу. В домик на крышу? Ладно, а если интересно... О, все, я спрячусь. Я в свечку. Я в снегу, я в снегу, и меня не видно ни хрена. Я метла, я метла. А я в свечку залез, я, короче, прям в свечке лежу. А нет, раунд начался. Я в снегу, я беспалевный. Правда, тут ко мне банан пришел, иди нахрен отсюда. Пошел вон. Тут, короче, на столе две свечки, я залез в одну свечку. Вот мудила, банан, иди нахрен. Скотина, как... Тихо. Они тут бегают со страшной силой. Ты за кого, Кратос? Я за большой стол. Все, нормально. Я за веник. Опять тень мою видно, ёшка. Блядь, на меня торт хочет запрыгнуть. Иди нахуй. Он тебя не хочет, он тебя просто хочет. Хлебобулочная оргия? Просто прыгала. Хлебобулочная. Что там за стол сверху крутится? Что? У меня стол какой-то сверху крутится. Это... Боже, возле меня двое сейчас бегают и меня не видят. Убили его за меня, чувака. Нет, ты чисто беспалевно спрятался. Антон, ты видишь по центру дома, короче, в центре я комнаты стол такой стоит с двумя свечками. Ну? Это я, короче, в одной из этих свечек лежу. Меня убили? С тобой в одну... Как? Вот чувак, да, ходит? Чувак умер сейчас. Мазафака. Смотри, там, видишь, выход такой, блин, как тебе объяснить? Тут надымили еще, да, надымили очень сильно. Да-да-да, надымили. Да, вот там видишь стол по центру, там в одной из свечек лежу я. Я тебе сейчас покажу, где я. Не, я боюсь. Надо в хисли по... О, Экван, тут рядом со мной. Мы чё, все в одном месте, что ли? В одном доме, походу, все. О, тихо, пришли. О, чувак, тихо. Все, наверх побежал. Он, вот и больше на меня прыгнет. Вот тут стол, сверху стол, он шевелится. Вот на этом столе ты стоишь? Видишь стол внизу? Там, короче, две свечки. Внизу? Да. Вот в одной из свечек я нахожусь. А я внизу, посмотрите. Ваночка, вот это Дью? А, он за меня! Он тебе жопу резал. Так вот Кратос где стоял. Кратосу жопу порезали. Я выйти не мог. Нихера чувак всех рубит. Они прям вокруг меня бегают. О-о-о-о. Блять, прям на Дане бегают. Хана Квантуму. Нет? Я убежал. Он убил его дикоем. Он дымовуха его убил. Я всем его убил. Я теперь в ковер залез. Кратос теперь на твоем месте, где ты сидел. Теперь я там сижу. Это тоже чувак, кстати, который что? Меня убил. А вон я спрятался. Дань, ты баночка? Да, я баночка, я из свечек убежал, теперь сижу там, где ты был. Тебя вообще тут не спалят, тебя не видно сверху. А Хелтор где? Я, короче, убежал из того дома, меня там хотели сжечь. Антон, проблема в том, что, короче... Чувак также проверял, как меня прошелся по квантуму, увидел, что не может пройти. Да, проблема в том, что когда ты пытаешься пройти и не можешь пройти, ты сразу понимаешь, что там находится объект. Да. Мы выиграли! Квантум. Квантум. Миха, ты готов? Сейчас пробил. Ну что, Миха, давай рвать их. Так, побежали. О, сразу чайник получает пизды. Прям так сразу. Вы что делаете? Я тоже уже кого-то убил, какой-то горшок с цветком. Да, меня никто не найдет, я очень круто спрятался. Да? Да. Ну не мы с Михакером, а сегодня не твой день. Да, конечно. Кто тут дышит? Дарт Вейдер, где ты? Убегал тут какой-то носок с саблями. Зарезал. Да тут бегают всякие. Так, я знаю, что по-любому в этом доме кто-то сидит. О, Чубака, ты на кого-то мурчишь. А, нет! Нет, возле меня чувак на меня! Двое! Просто возле меня уже человек 10 пробежало, и меня не увидели. Ну подожди пока, Антон, радуйся. Пока все хорошо. Проблема в том, Миха, что они могут сидеть в снегу. Блять, как же вас много. Так. Че, кого-то убили, да, Антоша? Да. Причем вообще непонятно как. Давай нож, где он? Блять, я не то взял. Где мой нож? Почему я его пропустил? Я только что Михакера видел. Дикое. Ты видел? А, я не буду говорить, Квантум умер? Да. Там Саня. Печка здоровая стоит на этом доме. Я умер, Саня, за кого-то. И две банки лежат, Дью. А где? Вот это беспалевность у человека. Чувак, сзади эти банки. Да паскуда такая, Егорка. А где, Миха, где эти банки?
Они на том здании высоком. Смотрите, посмотрите, короче, наверх вот этой башни, там печка стоит здоровая, ее никто увидит. Где две трубы стоят, вот. Ах ты, тварь, она сюда иди! Паскуда, тварь! Ах ты, дым пустила! Так, а где... вот и баночкам досталось. А где это высокое здание? А как, Лол, а как чувак забрался вот на эту крышу? С двумя трубами такими железными. А где тут дед? Ага, я бегу туда уже. Там... А все, там уже всех захерачил. Да? Да. Лучше уже прячься. Окей. Да сейчас прячься. Спрячься. Тебя сейчас пиздану шокером. Да. Тебе идут. Вон побежал! За ним, дед, за ним! А, смотри, да, за ним летит ракета, за ним ракета летит, Лол! Лол, серьезно, за ним прилетит ракета летит! Вон, на сигнале тут банан делает. На сигнале на крыше банан лежит. Это кто? Он отдыхает там, походу. Это ты, Даня? Вон они летают, экс-кс-кс. Даня, Вася? Подожди, я не понял, кто на крыше стоит, да? Я стою, где ты трубы. Да, один остался. Блять, это еще банан, что ли, они не могут увидеть. Ты один остался, Даня. Я знаю. Так, Данил, ты один остался. Они сейчас будут тебе подниматься. Банан, стой, стой на месте, банан. Так, кто я? Кто за кого? Я какая-то, я бетон. Тихо, 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 не говори, Халдора Михай, не говори. Долбанная арматура, я за арматурой. Не говори, тебя спалили уже. Сука, Саня, падла, блять. Меня где себе прятаться? Быстрее. Хиды прописывай меня себе объект. Это его. Все, хрен ты меня найдешь. Ага. А если я дымовую брошу? И чё? Это она превращается в ракету, которую она самонаправляет. Время вышло, господа. А хрен ты тут шокером шмаляет. Я не успел спрятаться даже. А ты за кого? Я даже не успел спрятаться. Я еще и в воздухе чашку, вешу. Ходи отсюда. Иди отсюда. Блин, я еще и в воздухе вешу, пацаны, ну что это такое? Ладно, я не успел спрятаться и... Ой, нет, 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 ко мне... Вот ко мне чувак подошел. Вот это на самом деле страшно. Я прям в эпицентре всех этих типов. А, ей, нет, Миша! Меня зарезали. Тебя зарезали? Да. Кто, не Саня? Падла какая-то, гравинг зарок. Охренеть, тут просто эпицентр. Тут кишит, они прям по мне бегают и не трогают меня. Они прям через меня прыгают. Вареник охренел. Вареник. Пацаны, еще так страшно никогда не было. Тут просто как муравейники. Я разбился. Серьезно? Да, я разбился. Суицидник долбанный. Вот и правильно, ибо нефиг. Да он суицидник. Пошел вон. Гребаный. Кто-то прыгает на крыше, дымит там. Че еще происходит? Какого фига? Ребята, а и серьезно? Ну чувствую, вина там кальян забрался. А квантум живой, да? Да, я тут. Я так. Пацаны, я просто не спрятался. Просто меня не заметили, это было нереально. Халдор, ты умер? Куда он убежал? Куда убежал банан? Сука, я потерял его. Я потерял банан. Ёб твою за ногу. Ой, я знаю где. А, вот Даня. Дань, ты бидон? Там кто-то да, попался. Блин, бердон я, который чуть только что не спалили. Не понял, кто попался? Сука, я тебя вижу, или это я сам себя убил? Я убил Дикоя, походу. Ты Дикоя, да, убил. Либо Данил банан, либо бидон. Какой банан? Правда? Банан, которого я кидал. Над головой граната взорвалась! Он цветок был. Да, его дымовой, его ракетой спалили. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.